Ну что, друзья, всем здравствуйте. Давайте погрузимся в их историю. Представьте. 2016 год. Октябрь. Промозглое серое небо. Легкий моросящий дождь. Санкт-Петербург. И милая, образованная, со вкусом одетая девушка гуляет по музею современного искусства. И среди множества инсталляций ей немножко некомфортно, ей немножко грустно. Вообще погода полностью транслирует ее душевное состояние. В этот же момент где-то в столице Урала живет, ни о чем не подозревает и развивается настоящий бизнес-авантюрист. Тот человек, который ушел из государственной компании для того, чтобы у него не было начальства, для того, чтобы он принадлежал только сам себе. И вроде бы у них нет ничего общего. Абсолютно. Она любит искусство, а он мемы. Они кардинально разные, но все-таки они потрясающе сочетаются друг с другом. И знаете, я вам с удовольствием расскажу их историю знакомства, но сделаю это чуть позже, потому что рассказывать их историю без них – это какое-то преступление. Поэтому давайте сейчас подготовим ладони и максимально громко встретим нашего жениха и настоящего мужчину Артемия. Встречаем! Друзья, Тёма всегда поддерживает Аню. Он ее научил тому, что никогда нельзя сильно загоняться и париться. Это очень важно. Важно иногда расслабиться и плыть по течению, получать удовольствие от процесса. Но сейчас, чему бы он ее не учил, она очень волнуется. И давайте проникнемся этим моментом и поволнуемся немножко вместе с ней. Встретим ее максимально громко, радостными аплодисментами, потому что выходит наша главная героиня вместе с папой. Павел Григорьевич, выводите Анечку! Ну а теперь вернемся к истории. Ноябрь 2016. Аня покупает билет до Екатеринбурга и летит поздравить подругу с новосельем. Помимо Ани, подругу поздравляют еще и двое друзей. И еще никто не знает, что эта поездка станет настолько судьбоносной. Аня заходит в дом и видит его, красивого, харизматичного молодого человека. Как вы могли догадаться, это был Фокс. Но от судьбы не уйдешь, и судьба в виде улыбающегося, легкого на подъем и парного Темы была всегда рядом с ней. Искры уже пошли. И он ее очаровал своей легкостью, которой ей в тот момент так сильно не хватало. Она тоже не оставила его равнодушным, и, как говорит сам Тема, это цитата, «очаровала меня своей головой». Дальше события развиваются стремительно. Этому способствовала социальная сеть ВКонтакте и настойчивость Темы. Они виделись и замечательно проводили время вместе, но, к сожалению, эта сказка оборвалась. Ане нужно было уезжать в Питер, Тема оставался в Екатеринбурге. Он, как настоящий гусар, хотел легких отношений на расстоянии. Она, как истинная леди, была не согласна. Спустя 3 недели они перестали общаться. И Тёма летит в Питер. Он сидит на борту самолета и думает, а что он ей скажет, а как он ей скажет, и почему она вообще должна его слушать. И когда он прилетел в Питер, он сказал самое главное. Он сказал то, что он не мог ей написать. Я соскучился. Это было очень важно. Дальше события вы знаете. Год перелетов, год переживаний. А возможно ли хотя бы что-то на расстоянии? А бывает ли такое чудо? И вот они вместе летят в страну, которая находится в Северной Африке, там, где есть пустыня Сахара и жаркое лимонное солнце. Они летят в Тунис. Кстати, именно там, в Тунисе,
они очень искали, каждый день искали родниковую воду, а она продавалась только с 2 до 3 часов дня. Дальше события развиваются, и уже ноябрь 2017. Аня приезжает в Екатеринбург, было минус 32, свирепствовал ветер, и Аня сказала Тёме: а в Питере сейчас минус 2. Через неделю они переехали в Санкт-Петербург и начали жить здесь. Знаете, в первый год Артемию было максимально сложно. Облака, словно помутневшие серые линзы, не хотели пропускать солнечный свет. Было не так безоблачно и не так хорошо, как в данный момент. Он очень сильно скучал по друзьям, ему не хватало родных. Но все это время, что бы ни происходило, рядом была Аня. И когда он приходил домой с очередного поиска работы, с очередного собеседования, очень уставший и энергетически вымотанный, она всегда встречала его следующим образом. Она топала ножкой и говорила: а кто пришел? И сразу же у него появлялась улыбка, и все плохое куда-то испарялось. Время шло, и вот лето 2019-го. Тёма уезжает в Екатеринбург на целую неделю. Он остался там без Ани. И вот одна из ночей без нее. Он лежит с широко раскрытыми глазами, смотрит в потолок и понимает, что ему очень тоскливо. Как будто у него оторвали вторую половину. Ее просто нет. Он понимает, что так не может больше продолжаться. Прилетает в Питер и крадет у нее кольцо. Делает он это для того, чтобы примерить на себе и понять, какое кольцо нужно сделать для нее, чтобы сделать классное предложение. Тёма меряет кольцо на мизинец, и кольцо прекрасно подходит. Единственный человек, который измеряет размер кольца мизинцем. Вот он. Что происходит дальше? Летний, классный день. Они гуляют, солнце играет в Аниных волосах. Тёма немножко переживает, и в какой-то момент она её берёт за руку, смотрит на неё, она смотрит на него. Она очарована им. Она знает, что он классный, что это её мужчина. И в этот момент он садится на одно колено и делает ей предложение. Прямо здесь, прямо напротив речки Тараканов. Аня не понимает, что происходит. Она не верит своим глазам и спрашивает его: ты серьезно? Это правда или нет? Тёма в этот момент не шутил. Аня расплакалась. Ее захлестнули чувства, потому что настолько ужасного предложения она не ожидала. У них будет еще много приключений, это предложение одно из них. Они часто называют какие-то свои приключения неудачами, но честно, давайте не будем с ними соглашаться в этом плане. И такого предложения не было ни у одной девушки. Ни одной девушке не дарили рюкзак с билетами в Берлин, а потом они туда не полетели. Ни у одной пары не было такого, что они собрались ехать в Финляндию, а корабль сел на мель. И ни у одной пары не было такого, что они отказались от заграницы и хотели съездить просто в Казань, но ротавирус их опередил. И они все эти приключения переживают вместе. Да, самые главные слова они сказали уже давным-давно друг другу, но сейчас здесь собрались близкие люди, сейчас здесь собрались их самые родные и самые любимые. И именно перед вами они скажут слова, которые подготовили друг для друга. Слова, которые обладают особой магией. Поэтому, ребята, если вы готовы... А первый ты. Я бесконечно люблю жизнь. Мне доставляет невероятное удовольствие время, которое я провожу здесь. При этом я никогда не пугал собственную смерть. Мне кажется, это абсолютно логично. Ведь все должно иметь начало и конец. С появлением тебя в моей жизни еле заметная крапинка. Ведь переживаний на этот счет появилось. Потому что каждый новый день я люблю тебя больше, чем предыдущий. Порой кажется, что это уже максимум. Но вот наступает новый день, и я снова люблю тебя еще больше. Теперь мне невероятно хочется дожить до золотой, алмазной и всех остальных свадеб.
только лишь для того, чтобы узнать, каково это любить человека настолько сильно. Называется это клятвой, и я хочу поклясться, обещаю тебе, что не буду забывать эти слова, но для начала их выучу. И даже в дни, когда мы вторим, наслаждаться тем, что сегодня люблю тебя снова больше, чем вчера. Тёма, мне всегда было интересно, смогу ли я найти спутника жизни и друга в одном лице. 4 года назад мне это удалось. Я поехала к подруге в другой город и случайно встретила самого милого заюнчика на этой планете. За это время ты изменил мой взгляд на многие вещи, показал, как жить просто и быть в одночасье сильным в случае неудач. Оглядываясь назад, я вижу, сколько добра и поддержки ты мне дал за эти несколько лет, и я с трепетом смотрю вперед, представляя те счастливые моменты, что ждут нас впереди. Я влюбилась в твои качества, способности, взгляды на жизнь и не буду пытаться переделать тебя. Я обещаю уважать тебя как личность с твоими собственными интересами, желаниями и потребностями. Обещаю понимать и принимать, что иногда они отличаются от моих собственных, но они не менее важные, чем мои. Я обещаю быть открытой тебе, делиться с тобой своими внутренними страхами, чувствами и мечтами, а также выучить дороги Питера и водить без навигатора. И, конечно же, я обещаю любить тебя в радости и печали и отдавать тебе все, что есть у меня, полностью и всегда. Самые важные слова сказаны. На вас смотрят глаза ваших близких людей. И среди множества этих глаз есть еще один глаз, которые знают, что сегодня какой-то праздник, на нее надели красивое платье, она очень переживает и безумно волнуется, немножечко хмурится, но ей все очень нравится. Я сейчас говорю про Соню. Самое время выносить с папой кольца под аплодисменты и вручить их Тёме и Ане. Софа себя ведет так же, как Тёма вел себя в Тунисе. Стесняется. Надевайте друг другу кольца. У них запланировано шикарное будущее. Обязательно будет домик на Шри-Ланке с проектором, который светит во всю стену, чтобы смотреть там сериалы и Ютуб. У Тёмы обязательно будет 911 Porsche. И он будет забирать Аню с работы. И у них планы, знаете, на 30 лет. На 30 лет вперед. Потому что они взяли ипотеку. Они любят друг друга. И они счастливы.